Однажды человек приручил животное. Настоящий лесной зверь. И теперь навсегда за него в ответе. За них переживаешь. Авторы и герои программ. Это ценой своей жизни нужно спасать животных. Каждый день дают профессиональные советы. Не надо играться со змеями. По уходу и лечению. Мы немного подпилим зубки, чтобы все было нормально. Дрессировки и подготовки к соревнованиям. Собаки быстрее учатся ловить диски. Дисциплине и содержанию в правильных условиях. Это лису в квартире без присмотра оставлять категорически нельзя. Домашних питомцев. Они уже более ручные, спокойные. Взгляните в их глаза и откройте мир гармонии и нежности. Петька мой хороший, котеночек. 15 сентября, в день рождения телеканала «Домашние животные».